На конкурс дети читают стихи Винникова Виолетта, 9 лет, стихотворение Агнии Барто «За цветами в зимний лес». Я прочитала сборник стихотворений Агнии Барто. Они шуточные, забавные, веселые. Но на конкурс я решила выучить стихотворение «За цветами в зимний лес». Никому не верится, чудо из чудес, за цветами делится, ходит зимний лес. Он стоит не в зелени, как в июльский зной, весь снежком поберенный, блещет белизной. Но смеется девица, если вам не верится, яркий кустик вереска на снегу зимой. Летом он не ценится, скромная растенница, но зато как весело увидать самой огонечек вереск на снегу зимой.